темы были затронуты очень актуальные, как и о запрещенном списке, так и были обсуждены практические вопросы взаимодействия спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала, медицинского персонала. Лекции носили больше такого информационного характера, и был вопрос-ответ. Пробы именно современные, по какому принципу их берут, эти пробы узнавал. Ну и то есть нововведения какие, то есть нам говорили именно о том, что нового именно в Росаде происходит. Надо знать все правила обязательно, потому что можно попасть на каких-то тонкостях, именно даже не употребляя именно допинг, но не заполнение каких-то документов, еще чего-то, можно попасться на дисквалификацию.